Завод закончил свое существование. Рабочие уже уволены. Куча всяких станков стоит. Никому это уже не нужно. Все будут распродавать. Не знаю, что кому это нужно. Станки все старые. Но люди еще здесь работали. Так, о, какие штучки классные ОСП. Хорошая штука. Столик хороший. О, журнал мото даже. Когда-то здесь кипела работа. Ну, пресс гидравлический. Интересный. Еще один пресс. Вот она. Вот она, сварочная плита с пазами. Видите, она неподъемная. Жутко, жутко. Какие-то станки специальные для гибки. Это тоже какой-то расточной станок. А тут вообще что-то было такое, прям пазы в полу. Прикольно. Цепель. Какой-то даже импортный станок был. Болгария. Хунгария. Цепель Хунгария. Блин, такие станки. Все пойдет сейчас металлолом. Вряд ли найдутся покупатели сейчас в нынешних реалиях. Даже по цене металлолома он стоит космических денег. Что с ним, кто что с ним будет делать, непонятно, и куда это ставить. Этих прожорливых монстров. Сверлилочки. Да, все старенькое, все такое уже непонятное. Офигеть.
Удручающее зрелище. Да и работали тут, собственно, уже пенсионеры, пожилые люди, которым уже просто уже идти было некуда, которые всю жизнь здесь отработали. Теперь уже им уже ничего не надо. Они спокойно закончили и ушли. Это шлифовалка, я что-то так мимо проскочил. Столько всего интересного, поглазеть, поглядеть. Ага, вот эта круглая шлифовка. Все такое старое, вообще капец. Плоская шлифовка. Это тоже круглая, но побольше. Серьезная. Ну, плоскошлифовальный станок купят, наверное, по-любому. Шлифовать головки. Оправки всякие. Что тут, блядь, все старое ржавое железо. Закрыто. Так, карточка. Патроны такие нехилые. Да, еще как-то я здесь был лет 10 назад. Здесь станков было намного больше. То есть весь вот этот ряд, вот где чисто и пусто, здесь все стояли станки. Токарные, фрезерные. Все стало не нужно. Станки убрали, поменялось руководство. Что-то еще здесь попытались сделать, какие-то заказы военные. Заказы доделали. И все на этом закончилось. Теперь это больше никому не надо. Тут какая-то вот была, по-моему, инструменталка, что ли. Нет, здесь все закрыто. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Да уж. Здесь стоял, кстати, огромный ханинговальный станок раньше. Здесь сделали гидроцилиндры сами, то есть ханинговали их. Но как бы уже на ханинговальный инструмент я где-то проспал немножко. Все это без меня куда-то ушло. Здесь не знаю, что это такое. Что это такое? Что это за цех? За цех и что там, не знаю. Можно, конечно, посмотреть сверху. Ух, ни хрена себе. Тут даже немножко отрывается. Ой, простая. Ну, можно запомнить его, каким он был, этот цех. Ну да, кстати, это что-то типа инструменталки какой-то. Железо какое-то там лежит. Часы еще идут. Да. Вот так бывает, друзья мои. До сих пор еще 2017 год. Еще держался это предприятие. Держалось. Работало, но закончило. Здесь раньше была термичка. Сюда я тоже когда-то приходил. Здесь были стены, потом их сломали. О, нифига себе там монументики.
координатно-расточной цех. Сюда я все время приходил, мне растачивали цилиндры. Ну, до того момента, когда я свой станок не купил токарный. Потому что постоянно здесь один дедушка работал, уволился, перестал работать. Потом второй уволился. Мне это, конечно, уже очень сильно надоело. Я решил, что надо покупать свой станок, потому что постоянно ходить, оббивать пороги. Дедушки уходят, новые люди не приходят. Пришло все к своему. Вот здесь был специальный цех, здесь была температура, он отапливался. Сейчас, естественно, он уже не отапливается. И скоро его уже разбомбят. Это его последние рабочие дни. Осталась всего неделя. Это алмазный, да, диск? У меня вроде вот такой же станок, только он больше. Этот какой-то совсем маленький. Аттестовано. Нифига себе. Ну это фрезерный, ну такой, непонятно тут какое у него имя.
такого. Так, ну что же, а? В пакет сейчас положено все.